мгновение ока сцена преобразилась. Все несколько мгновений назад гремел гром, сверкали молнии. Испуганные жители в Раджи метались в поисках защиты. Жалобно мычали коровы, прятались под их выменем телята, бил град. И вдруг, неожиданно, все изменилось. Кришна поднял гору, и сила Кави Карнапур говорит, что гора была подобна зонту, а Кришна, его левая рука, подобился сапфировой тросточке, на которой держится этот зонт. А дождь, который еще несколько мгновений тому назад был страшным несчастьем, превратился в линии жемчужин. Жемчужные ожерелья, которые свисают с этого зонта. В Индии зонты принято расшивать жемчугом. Жемчуг свисает с этого зонта. Преображение произошло, когда Кришна оказался в центре. На самом деле это чудесное преображение происходит в жизни каждого человека, который принимает и ставит Кришну в центр. До этого мир был очень враждебен. До этого мир причинял нам массу беспокойств, боли и тревог. Но стоит нам поставить Кришну в центр, и те же самые несчастья, которые до этого мучили нас, превращаются в сокровища, превращаются в украшения нашей жизни. Царица Кунти не зря молит Кришну: «Кришна, посылай мне несчастья снова и снова, потому что эти несчастья заставляют меня ставить тебя в центр моей жизни. И несчастья превращаются в мои сокровища». Это поразительная вещь, когда все то, что мы отвергали до этого, вдруг становится чем-то в высшей степени ценным для нас. Почему? Потому что Кришна оказывается в центре.
знаю.